В столице республики в Ледовом дворце «Новое поколение» прошло первенство Чебоксар по фигурному катанию. Этот вид спорта сейчас активно развивается. На соревнования приехали спортсмены из 12 городов России. Подробнее в следующем сюжете. Желающих попасть в фигурное катание всегда было достаточно. Однако после побед в этом виде спорта на Олимпийских играх их стало намного больше. Вот и в нашем городе есть тренерский состав, готовый взять под свою опеку юных фигуристов. Уже кое-какие подвижки есть, кое-какие-то есть у нас уже успехи небольшие, но уже выходим на региональном уровне, неплохие места занимаем. Но наша задача развивать его, выйти на российский уровень и готовить уже мастеров. Для начала решили провести открытое первенство города Чебоксары, куда приехали более 150 юных фигуристов. Судейская бригада была приглашена из Москвы. Золото все же ушло гостям, но и наши фигуристы не остались без медалей. На их счету 6 серебряных и 3 бронзовые награды. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.